Это подает сигналы Дед Мороз, который застрял где-то в наших российских сугробах. Но он еще жив, и он еще надеется на встречу. Итак, дорогие друзья, с наступающим Новым годом под звон колокольчиков бедного заблудившегося Деда Мороза. Ну что я могу сказать? Поздравляю всех от своей мятежной души, и фанатов всех, и не фанатов, и население нашего земного шара, и всех музыкантов арийской семейки, и отдельно, конечно, гордых арийцев, непробиваемых с виду, но на самом деле пробиваемых. Желаю массы музыки, хороших впечатлений, концертов, наконец. Фиг с ним, с этими QR-кодами, пусть будут с QR-кодами. Но чтобы наши отрывались на сцене по полной, а вы отрывались в меру возможностей в зале. И жизнь тогда наша станет удивительной. Мы будем ждать встречи, обниматься, фотографироваться, только не со мной, а с арийцами. Счастья вам, ребята, немножко денежек и чтоб без печалей.